Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про режим, который стартует 28 сентября. Последний Waffentrager. Перезаписываю, наверное, уже раз в пятый этот видосик, потому что просто не могу его записать так, чтобы не обосрать все с ног до головы, не наговорить много лишнего, чтобы ютубы там монетизации не поснимали и так далее. Давайте начнем с того, что я вообще, в принципе, про это все думаю. Что это за режим, что в нем нужно будет делать, в чем смысл, что там можно получить. Итак, для начала. Картошка, как обычно, сделала из этого прям новость какую-то невероятную. Все, там должно взорваться комьюнити. Вау, Waffentrager возвращается. Тизер там на канале у себя сделали, там... Показали кусочек Waffentrager'а на видосе. Все, у всех танкистов привстал. Офигеть. Waffentrager на горизонте. Сейчас мы на нем поиграем. Зачем он вообще, в принципе, нужен танкистам, я не понимаю. Они не смогли в него, когда он был в рандоме. У меня прикалывают танкисты, у которых средуха на Waffentrager'е меньше, чем один барабан. А таких танкистов довольно-таки много, они часто встречаются, и это очень смешно. Когда чел не может барабан раздать в целом, в среднем. В среднем он за каждый бой не раздает барабан, но это смешно. Итак, выбираем в нашем ангаре режим последний Waffentrager и отправляемся в него. Что в нем будет? Там будет пару карт, Waffentrager. У него будет куча хп, у него будут какие-то щиты электрические, там магнитные или еще какие-то, там вообще не важно, просто щит. Щит — это, грубо говоря, как вторая полоска хп, вот и все. Вам нужно сначала щит сбить, а потом хп, все. И тогда вы его победите и получите награды свои. Для того, чтобы сбивать ему щиты, нужно будет убивать кучки мобиков, которые будут появляться. Маленькие танки какие-то там, кучки. Едете их, убиваете. И после того, как их поубивали, можно будет зарядить свои там какие-то электродвижки, пушки, фигнюшки. И сможете тогда бахать Waffentrager'а. Вот, в принципе, вся суть режима. Убиваете маленьких пупсика, убиваете большого пупсика. Все. Иногда будет Waffentrager козырный, чуть пожестче, и награда будет чуть жестче. Все. Все, это вся суть режима. Ваши танчики будут там всякие электро, шмелектро. Короче, максимально детский режим. Абсолютно для детишек 40-летних. Они оценят. Мне, в принципе, вообще... Этот режим, вот как он сделан, стилистика и так далее, оно как картинка вроде неплохо выглядит, но в игре вообще не смотрится. Абсолютно оно под игру не подходит, потому что это детская фигня. И игра уже превращается в какую-то бредятину для детей, где связь с реальным миром уже не особо-то нужна. Можно лепить, что попало. Вот они и налепили, что попало. Поэтому мне лично не нравится. Я люблю, когда все хардкорно, реалистично, красиво, так жестко, классно, интересно по геймплею. А здесь все максимально просто. Там никакого вообще реализма. Просто бред. И после боя вы будете получать там всякие коробочки маленькие, чуть побольше, в них всякий мусор там, типа серебра поменьше, чуть-чуть больше, наборчики для снятия оборудования, день према там, вот такое. В общем, как обычно. Как обычно, вы будете после всех картошкиных режимов плюс-минус один и тот же мусор получать. Еще вроде резервы будут. Во, класс. Резервы. У меня штук 500 резервов на опыт. Я не знаю, я их уже просто так нажимаю, даже иногда, когда не играю. Я не знаю, что с ними делать. Видимо, картоха мне еще их даст. На самом деле не даст, потому что в это дерьмо играть я не хочу. И вряд ли буду. Я не знаю, зачем мне в это играть. Тот мусор, который картошка в нем будет давать, мне не нужен. Режим мне
не нравится ни визуально, ни стилистически, никак. Мне нравятся более хардкорные игры, а не детский бред. Поэтому это мне играть не хочется. Это не мое. Абсолютно не мое. Может, если бы мне было, не знаю, 7, 8, 9, 10 лет, я бы еще подумал. А сейчас я в такое играть не хочу. Мне это не интересно. Также еще можно будет получить ключи. Какие-то там понравились картошки, видимо, ключи. Она начала их сувать везде. И за счет этих ключей можно будет поиграть на самом Waffentrager'е. То есть челики, которые потеют против Waffentrager'а, они так и будут потеть, а вы будете их на самом Waffentrager'е душить. Класс. В принципе, все. Это весь режим. Выбираете его в вашем ангаре, едете в него, убиваете маленьких пупсиков, пытаетесь убить большого пупсика, получаете награду. Все. Как бы иногда сможете еще поиграть на Waffentrager. Ну и классно. Спросите, а зачем это все вообще сделалось? Да все очень просто. В прем-магазине добавят еще донатные коробки. И в донатных коробках будет все то же самое, все те же самые награды, только намного больше. И будет еще, как в новогодних коробках, возможность получить прем-танк. Если у вас прем-танк уже есть, а скорее всего большая часть из них у многих будет, потому что, знаете, какие там прем-танки? Все устаревшие, шлачинные, старые, неиграбельные прем-танки. Вот все, что в трейдине есть, практически все туда воткнули. Там всего лишь из старых прем-танков парочка играбельных. Просто играбельных. Остальные мусор. Если они у вас есть, вы вместо них получите голду. Если вы их продали, то я буду очень сильно угорать с вас, если вы будете сейчас спешить фармить серебро. Спешить фармить серебро, чтобы выкупить это говно. Чтобы потом пойти еще за свои деньги накупить коробок. Чтобы потом с этих коробок вам, может быть, с маленьким шансом выпал танк, который у вас есть, конченый, говеный. И вам попалась куча серебра, ой, куча голды вместо этого танка. Вам, типа, возместят голдой. Потому что он у вас есть. И потом вы даже не придумаете, куда эту голду деть. Потому что ее некуда в игре девать. Все ветки качаются сейчас очень быстро. Всяких X3, X5. Очень много. Если у вас есть прем-аккаунт, вы эти X3 можете клацать просто там по КД. Если вы еще и умудрились когда-то купить X5, то в принципе ветки качаются там вообще мгновенно. Если у вас еще и чертежи выпадают, вы много играете, а они вам точно будут выпадать, то ветки вообще просто в пару кликов качаются, даже играть не надо. И что вы будете делать с этой голдой? Покупать прем-аккаунт? А зачем вам прем-аккаунт в игре, в которой бои по 2-3 минуты, которые и так очевидно как заканчиваются? Бой только начался, никакого содержания нет, и через 2-3 минуты он кончился. Это вообще такой бред, я не знаю. Это просто жесть. А еще будут танкисты, знаете, какие? Которые продадут какие-нибудь танки, чтобы выкупить говенные прем-танки, чтобы надеяться, что а вдруг мне выпадет повторяющийся прем-танк, и будет голда. А потом будут отфармливать заново серебро, чтобы выкупить это дерьмо назад. Это просто жесть. А еще знаете, какие будут танкисты? Я купил 200 коробок, а мне ничего не выпало. А знаете, зачем будут в основном покупать коробки? В коробке добавили новый прем-танк, американский, барабанный, которого еще нигде не было. Все, все спешим купить быстрее, все. Чувствуете вот это желание?
Блин, я его хочу, я вообще не знаю, зачем он мне, но я хочу его. Хочу на нем поиграть. А потом, когда его получится, играешь 3 боя, такой, типа, ну что-то дерьмо какое-то, да? Ну, как обычно. Как обычно это в картохе бывает. Покупаешь прям танк, а он параша. Или очень сложный. И раз в 2 года они высирают нормальный прям танк, да? Неизвестно, какой этот танк будет новый. Может хороший, может плохой, имба или полный шлак. Фиг его знает. Но желание у танкиста получать эти прям танки просто... уже я чувствую, бегут. Уже на 28 число там. Надо ипотеку брать, чтобы прям танки... Точнее, ипотека на 200 коробок в картошке. О, вообще кайф. Да, это, конечно, жесть. Еще весной коробки надо придумать, куда всунуть. И летом. И тогда можно круглый год коробки продавать, покупать. Ну, картошка продает, мы покупаем, мы ж... Ну, нам же нужны коробки. А в нормальных играх с нормальным комьюнити коробки не приветствуются. И поднимается такой срач, что коробки убирают из игры. Но в картошке коробочки любят. Вы посмотрите на видосики с коробками, там лайков просто... А вот эти рассказы, после того, как вот эта эпопея с коробками проходит... Я купил 3 коробки, мне выпало что-то там. А я купил 200 коробок, мне выпало нихера. Вот я больше никогда коробки не куплю. О, коробочки. И уже опять хочет купить. Мне кажется, картоха надрессировала неплохо так танкистов. И они уже прям готовы играть в полный шлак и покупать все, что им выкинут. Вот просто любую срань кинули. И они побежали покупать. Это, конечно, жесть. Вывод. Режим детский. Ни к чему не нужный. Вафентрайер этот. Мне вообще пофиг на него. Коробки мне не нужны. Не знаю, как вам. В принципе, если вы собираетесь их покупать, предупреждаю, что... Нужно, чтобы прям танки, те, которые в коробке есть, они у вас... Были в ангаре, куплены, стояли, чтобы при повторном выпадении танка голда возместилась. Ну и в принципе все, больше никаких фишек в этом режиме нет. Он абсолютно проходной. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.